зачем нужны крестные и кому они нужны? Конечно же, они нужны тем детишкам, которые еще не научены православным традициям. И крестные, они отвечают пред Богом именно за то, чтобы дети понимали христианские символы, дети приучились к этому, это вошло к ним, у них в привычку, и они радовались этому. Для этого крестные нужны. Конечно же, исходя из этого, крестные нужны детям, а взрослым крестные уже нет необходимости иметь, потому что там человек сам уже самообразуется, сам уже читает, сам уже набирается опыта и знаний православных. И ему крестную уже нет необходимости иметь. Хотя, если есть желание, можно взять крестную и взрослому.